Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Краковский Михаил Борисович. Тема моего сообщения – совершенствование проектирования железобетонных конструкций, выявление, устранение, предупреждение ошибок. 24 октября 2018 года состоялось объединенное заседание Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам в строительстве – при Российской академии архитектуры и строительных наук. Мое сообщение представляет собой отчет об этом заседании. Обсуждался мой доклад с приведенным выше названием. Посмотрим запись начала заседания. Совет по железобетонной конструкции и методам расчета и совет по программным средствам в строительстве архитектуры. Значит, сегодняшнее заседание у нас доклад Михаила Борисовича Краковского, известный представитель Музея железобетона, разработчик программы по расчету железобетонных конструкций. Тема доклада связана с теми ошибками, которые выявил в различных программах комплекс и расчете железобетонных конструкций по внешности. Пожалуйста. Спасибо. Как видите, запись оказалась недостаточно качественной. Поэтому я решил записать свое сообщение еще раз в более благоприятных условиях и для удобства разделил весь материал на 10 видеороликов. Ролик 1, который вы сейчас смотрите, это предисловие. Ролики 2, 8 представляют запись сообщения. Ролик 2 – это введение. Ролики 3, 6 – это 4 части сообщения. В ролике 7 представлены мои предложения. Ролик 8 – содержит непосредственную запись из зала заседаний вопросов и выступлений участников. В ролик 9 я включил свои комментарии по поводу вопросов и выступлений. Заключительный ролик 10 содержит протокол и решение заседания. На этом ролик 1, предисловие, закончен. Следующий материал в ролике 2.